Хочешь пополнить гардероб классным шмотом? Заходи на Все Майки. Здесь более 150 тысяч принтов по играм, кино, аниме, мемам и другим тематикам. На разных товарах. На осень есть яркие шапки и куртки. А в конструкторе можно сделать принт с помощью нейросети. Теперь создать необычный принт или подарок еще проще. Вводишь запрос и получаешь уникальный дизайн. Для стилизации можно применить тематические фильтры. Переходи на Все Майки по ссылке в описании или QR-коду и используй промокод FAN1024 на скидку 10%. Он суммируется с акциями сайта. Gotta get some of the rain. Drugstore right there, looking. Drugstore, what the hell? No way! Yeah. Oh, oh, what the hell? Смотрят девочки, то надо удивлять. Ваш заказ! Ну я ждал два заказа, а вот и второй. Ой, прости, я случайно, можно я поем чуть-чуть? Нет, нет, уговорись, ну-ка тихо! Ну-ка выплюнул мою лапшу! Никому нельзя ее жрать! Что происходит нахрен? Не наступи на каяк! Эти сороконожки, что за люди, бесплатно хатаджит у меня? Ну-ка, просыпайся! Огонек у дома так ярко горит. Горит ярко, что мои на... Тиффи, окажи мне услугу, пожалуйста. Все что угодно. Никому не говори. Без проблем. Дэвид умер. В смысле умер? Тихо, тихо, никому нельзя говорить. Тихо, тихо. Что за херня там творится? Вы сейчас серьезно? Тихо, сядь. Садись. Господи, боже мой, господи! Тихо же, молчи, иначе все узнают. Я знаю, это шутка. Я бы не стала. О, господи! Господи, ладно, это просто шутка, просто шутка. Должна быть. Ты дура, что ли? Зачем мне тебе такое говорить? Вы сейчас серьезно. Ладно, расскажите, что произошло, давайте. Это случилось сегодня. Как? У него был рак. Тихо. Тихо! И я прошу тебя быть спокойной, пожалуйста. О, боже мой! Я не смогу сохранить это в секрете. Мне сказали не говорить, но я не смогу. Что случилось? Зашибись. Что такое? Что случилось? Рассказывай. Тихо, тихо, что такое? Она сказала, что Дэвид умер. Дэвид? Да! Дэвид? Дэвид? Она сказала, что он просто умер, я не могу с этим справиться. Да не может быть. Тихо, где Дэвид? Где Дэвид?
Тихо, с ним все в порядке, вон он спит. Нахрена она мне так сказала? Она сказала, что Дэвид умер. Энджи сказала ей, что Дэвид умер. О чем она думала? Тихо, успокойся. Дэвид, она сказала мне, что ты умер. Что за незадача вообще? Что происходит в этом доме, бля? Это звездос! Подожди, тихо. Тихо, успокойся, успокойся. Тихо, держи себя в руках, а! Зачем она так со мной поступает? Что? Тихо, не выходите. Тихо, дыши, дыши. Зачем она так сделала? Это не смешно, блин. Она в шоке. А что я сделала? Ты сказала, Дэвид умер от рака. Ну так он умер? Он вон лежит, спит. Дэвид! Мой бывший муж! Это трындец! Энджи, успокойтесь. Она сказала, что он умер от рака. Тиффани, да, это правда. Но ты ошиблась именем. Это неправильный Дэвид, Тиффани. Но она... Пиздец. А вы любите замерзать? Ну, когда холодно. О боже, петушара тебе изменяет! А это страшное видео. Здесь парень рассказывает историю, и чтобы его друзья-зумеры его слушали, он показывает им геймплей игры, иначе они не могут сосредоточиться. Эй, дядя Рэй! А чё ты вышел из женского туалета? А так отчёп нет! От этого аллигатор сразу успокоится. Я попытаюсь все не забрызгать. Блин, чувак, свободу Бомби, йоу! Бро, что эти диснеевские актеры творят, а? Ни хера себе! Нет, это был запрещенный прием, чувак! Да не... Да дерьмо какое-то! Вы его забираете, потому что он черт! Привет, Зак. Насколько ты меня оценишь? Я счастлива жена, так что... Ну давай представим, что у тебя нет жены. Единицу. Ты очень жалко выглядишь. Самый важный человек в жизни — это моя жена. Она номер один. Блин, Зак, ты такой клёвый. Мне есть на что потратить свое время. Вместо того, чтобы смотреть, как я пою. Справедливо? Да. И чем ты занимаешься? Ну, я люблю рисовать, я люблю читать книги и готовить, и мастурбировать. Ну, всякие такие вещи. Звучит как обычный вечер вообще, да? Да, все это нужно делать, все эти вещи. Ну, не одновременно, наверное, все-таки. Там как бы... Конечно, одновременно, а ты как подумал? Это шутка. Так, расчесывайся. Да твою ж мать! Что? Трансмод? Это что такое? Тебе нельзя есть шоколад. Ну нельзя тебе. Ну честно, нельзя. Ну нельзя. Опа! Ой! Что ж, как я всегда и говорил... Я же вас предупредила, если застрянете, то купите. Oh,
Мария Олдридж. Это моя племяшка, йоу. Давай! Я хочу забеременеть. Да ёб твою! Это когда муж и жена поссорились, но им все еще нужно накрывать столы для клиентов. Малыш, если к тебе будут приставать, скажи ему: ты, сукец, пошел нахуй. Прям так и скажи. Там овца снаружи. Там реально овца. О, боже, боже. Чё у тебя с глазами, бро? Куда ты всё пи... А хрен тебе! Слушай, ты что смотришь? Ты на поводок смотришь, а? Мистер Харрис, вы за рулем? Я уже сейчас паркуюсь возле своего доктора. Дайте мне одну секунду, сейчас я... Я уже паркуюсь. Итак, что у нас происходит? Может быть, я чего-то не понимаю? У него отобрали права, верно? Все верно, ваша честь. А он сейчас ведет машину. И... У него нет прав. Итак, по решению суда, обвиняемый должен подъехать к тюрьме Вашингтона сегодня к 6 вечера. В случае неявки будет выписан ордер на арест. Объезжай справа! Вот незадача-то, ёхраный бабай! Кактус мне взад! Текилу мне в ухо! Роберт Дауни-младший посетил фондовую биржу на Уолл-стрит. Если деньги — это зло, то вот это здание — ад. Здесь обитают самые жадные до денег, тупейшие, энергичные, ничтожные выскочки, которые хотят быть пупами земли, бесполезные мерзкие пиздоболы. В принципе, это худшая группа людей, среди которых я когда-либо находился. Локито он мой френдо, ла сиеста. Дремует. У нас пиво осталось? Да, проверь нижний левый ящик. Что за... Доброй ночи, господа, вот вам меню. Кричите, если понадоблюсь. Позови, пусть еще меню принесет. Знаете таких чуваков с татуировками? Они стоят на кухне, все мокрые. Да, шеф!
Две минуты! Еще две минуты! Все еще сырое! Все сырое! А готовят сраные гребешки! У них два пункта в меню, и они не могут их готовить. Зайдите в любой китайский ресторан. Там 485 наименований. А на кухне всего один чувак. Он даже не повар, он чей-то дядя из Гонконга. И он знает, как сделать любое блюдо за 30 секунд. Он носит такой желтый фартук своей жены и просто кайфует. Прямо над воком, с сигареткой во рту. И время от времени матерится на кантонийском. Пиздеца. Ну давай покажи, что ты взяла сегодня с собой на обед. Ты что, не чувствуешь? Полина. Не смотри на него. Полина. Не делай. Полина. Он кусает тебя? Подожди, не делай резких движений. Их много, да? Полина. 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 Полина, у кого? Полина. Полин. Они подглядывают за соседями. Им нужно не спалиться. Это пюре или свечки? Свечки. Этот пузырь никак не убирается. Дай мне чипсину, пожалуйста. Самую большую, специально для тебя. Вот он, человечище. О, он мне помахал. Господи. Да, это я тебе махал. Я махал. Я забираю твою камеру. Ну-ка дай сюда. Ты знаешь, пока я с тобой говорю, меня снимает Стивен Спилберг. Лучший режиссер. Черт возьми. Стивен Спилберг просто взял мою камеру и заснял меня самого. Сразу после рекламы мы возьмем интервью у Эрика Вайхедмейера. Он смог забраться на Эверест. Но он гей. Почему гей? Простите, он слепой. Мы с ним поговорим после рекламы. Да, сейчас мы прервемся. Ребят, кажется, я сварила из себя суп. Я думала, что это соль для ванны. И поняла, что что-то не так, когда добавила. Я плавала в паприке, луке, чесноке, перчике. Образуется небольшая линия. Понятно? Можно будет поддеть ложечкой, и скорлупа легко отойдет. Ну так покажи. Так, давай. О, твою ж мать! Здравствуйте! Попкорн просто огненный сегодня. Здравствуйте, приятного вечера. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, понимаете, моя жена забыла дома свой мобильный телефон. Так, и куда-то пошла вечером. Так, я решил проверить ее смски. Да, встретимся сегодня в Зелефиш в 8:30. Я буду в соломенной шляпе. Мне кажется, что она мне изменяет. Сейчас, секунду. Скажите, там есть женщина в соломенной шляпе? В шляпе? Сейчас, секунду, я посмотрю для вас. Спасибо.
Алло? Здравствуйте, чем вам помочь? Я уже объяснял вашей официантке. Да, вы здесь кого-то ищете, я правильно понял? Моя жена мне изменяет. Простите, сэр, но это не наша проблема. Она там? Я не могу давать вам информацию, я вас не знаю. Она должна быть в соломенной шляпе. Я не знаю, я вам честно говорю. Пожалуйста, ради нашего брака. Скажите мне, сидит ли там женщина, достаточно крупная женщина, в соломенной шляпе? И если она там, то с кем она там сидит? Давайте, вы же итальянец. Сэр, послушайте, здесь действительно есть женщина в шляпе. Да, она есть, если вы хотите... Она там? Но она, сэр, если вы не хотите, скажите, с кем она? С кем она там? Простите? Она с кем-то? Но она с кем-то сидит, я не знаю, кто это, сэр. Это не моя проблема. Она с мужчиной? Нет, не мужчина, нет. Это не мужчина? Нет, для меня это на мужчину не похоже. Это женщина? Что? Это женщина? Да! О, господи! Так, сэр, мне уже нужно идти, простите. Прощайте, всего хорошего. Алло. Здравствуйте, меня зовут Руслан, представляю Тинькофф Банк. Как могу к вам обращаться? Курбан Хаджи. Я Дагестан. У нас для вас идет выгодное предложение, то есть мы предлагаем вам карту. Подожди, барашка домой зашла. Говори. Мы предлагаем вам кредитную карту Тинькофф Платинум. Она идет с лимитом до 700 тысяч рублей, беспроцентный период на все покупки до 55 дней и рассрочка магазин-партнера сроком до 12 месяцев. Выпуск и доставка идет бесплатно. Для оформления даже паспорт не обязательно, только ответить на пару вопросов. Давайте с вами заполним короткую анкету. Пару минут, пока подожди, время... барашка домой зашла. Выгонял. Понял, хорошо. Давайте заполним короткую анкету. Говори. Фамилия как вас? Курбан Хазиев. Фамилия как? Хади Мухаммадов. Хади. Хади. Ха. К. Твердый знак. Ади Мухаммадов, правильно? Да. Опять подожди, барашка домой зашла. Хорошо. Вы, которые соль принесли, принесли барашки, да? Из банка мы звоним. Какой банка? Тинькофф банк. Это не знаю. Ну вот, мы сейчас с вами заполняем анкету на рассмотрение. Кредитную карту предлагаю вам. Это зачем мне? Это барашка соль нужен. Ну, барашку соль как раз можете купить. Много соли? Много можно. До 700 тысяч рублей лимит идет по карте. Давай соль тогда мне. Но соль вы потом купите в магазине. А сейчас я вам предлагаю кредитную карту. Тут банка нету. Брат, горы, смотрите. Горы, лес рядом, банка нет. Так вы можете карты расплачиваться везде абсолютно, где имеется терминал. Где, в дерево, что ли, я расплачиваюсь? Ну, в магазин поехали, расплатили. Магазин я 15 лет не видел, магазин. Я вас понял. Ну, хорошо. Если что, даже такие же онлайн-покупки можете совершать. Туда, горы, приедете, соль, барашки? Но это уже вам нужно будет покупку совершать. Будем с вами анкет заполнять? Наверное, не надо. Мне соль... Я думал, соль принесли из этого. Я понял. Хорошо, будет нужно оставить заявку. До свидания. До свидания. Do not leave.
Материализм — это классно. Алчность — это классно. Почему алчность — это хорошо? Алчность всему — голова. А деньги правят нашим миром. Деньги — это причина всех бед. Деньги не причина всех бед. А что причина всех бед? Не знаю, давай потом обсудим. Чувак, ты зря штаны намочил. Я сделал это за деньги. Правда? Вот, вытрись. Все, что угодно за деньги, так ведь? Алчность рулит! Алчность рулит! Алчность рулит!